друзья, меня зовут Едвига Юферова. Я имею честь работать вместе с Павлом Валерьевичем Басинским в «Российской газете». Большая серьезная команда представлена на международной Минской книжной ярмарке, в том числе писатель Павел Басинский, который работает обозревателем в «Российской газете». Я думаю, что тот, кто пришел сюда, тот знает, кто такой Павел Басинский. Одна из последних колонок Павла Басинского, которая публикуется по понедельникам, со своей точки зрения, очень убедительно, очень уважительно, она называлась «Почитай меня». Сегодня реальность такова, что только в России 120 тысяч наименований книг издается. Вы представляете, сколько у нас уже писателей. И самый дорогой, кто у нас есть, человек. И мне нравится убеждение Павла Валерьевича Басинского, что самый дорогой у нас для писателя человек – читатель. Я горячо приветствую читателей хороших книг, читателей Басинского. Павел Валерьевич очень много, ну, часть жизни огромную посвятил Льву Николаевичу Толстому. Когда Толстые собираются в Ясной Поляне варить варенье, или Фёкла Толстая делает очередной цикл фильмов о потомках Толстых, они приезжают к Павлу Валерьевичу посоветоваться. Мне кажется, все вместе Толстые в мире не знают, сколько знает Павел Валерьевич. И одна из его великих книг, она на самом деле получила большую приз, главный приз большой книги «Лев Толстой. Бегство из рая». Мне кажется, порой небеса диктуют секреты, ответы на эти книги, на эти вопросы, которые ставят Павел в книгах. И еще один момент. Тут объявлено, что сегодня будет презентация фильма «История одного назначения». Мы с Павлом Валерьевичем имеем честь вот вас всех присутствующих в 7 часов действительно пригласить на фильм «В дом Москвы», который снимала Дуня Смирнова, который только что получил «Золотого орла», а Павел Валерьевич – один из авторов сценария. Сегодня в 7 часов. Там, Нина, это вы. Здравствуйте. Через годы, через расстояние в 19:00 в доме Москвы. Приходите, для каждого из вас вход свободный, место будет, и там мы обнимемся. Значит, Павел Валерьевич, вам слово. Говорить трудно будет, но... Нет, надо как-то вот так. Техника что-то цепляется, да. Здравствуйте, спасибо вам, что пришли. Ну, Дмитрий Николаевич очень правильно сказал. Я не только в этой колонке. Я раньше про это писал, что сейчас, понимаете, действительно, мы будем объективно говорить, интерес к чтению падает. Читателей становится меньше. И это идет со спадами, падениями, с какими-то возвращениями. В принципе, это во всем мире происходит. Но дело даже не в этом. Я вот принадлежу к тем писателям, которые не соглашаюсь с теми писателями, которые говорят, что они в читателе не нуждаются, что вот они пишут, это самовыражение там, и так далее. Я всегда своим читателям думаю, мне важно, чтобы меня читали. Мне интересно с читателями встречаться, отвечать на вопросы и так далее. Значит, ну, меня. Главные мои книги, это, наверное, да, книги о Толстом. Я даже немножко так неудобно признаться, 4 книги о Толстом написал. Это вот трилогия, первая книга «Лев Толстой. Бегство из рая», вторая «Святой против льва», «Лев Толстой. Иоанн Кронштадтский». На самом деле это шире о конфликте Толстого и православной церкви. Да. И третья книга, вот она здесь тоже стоит, «Лев, тени льва» – это о третьем сыне Толстого, Льве Толстом. Меня почему-то очень заинтриговала эта история с его третьим сыном, которому дали имя Лев. Он родился в тот год, когда, 69-й год, 1869, когда Толстой, собственно, закончил «Войну и мир». И он уже был известный писатель, но не великий. Когда вышла «Война и мир», никто из критиков не писал, что это великое произведение, что это гениальный роман. Это не понимаю. Ну, исторический роман, ну да, его критиковали там, то не точно, это там неправильно. И поэтому, когда сыну давали имя отца, ну, это нормально, так бывает. Даже среди писателей мы знаем два Александра Дюма, отец и сын. Но когда мальчик подрос, когда он стал подростком, потом юношей, Толстой стал тем, кем он стал. То есть он стал мировой величиной.
и в Ясную Поляну потянулось паломничество, к нему приезжали там из Америки, из Индии, из Европы, из Японии, то есть просто, так сказать, его учение стало завоевывать весь мир. А тут подрос второй Лев Толстой, который, к его несчастью, тоже захотел стать сначала толстовцем, потом писателем, и он оказался в тени отца, его никто всерьез не воспринимал. Это была такая жизненная трагедия, которая... И он от любви к отцу невероятной совершенно. В общем, дошел до ненависти к отцу, которая продолжалась даже после смерти Льва Николаевича. Вот такая история. Ну и четвертая книга, она вышла в издательстве «Молодая гвардия». Сначала просто обычной книгой, потом «Серия жизни замечательных людей». Это такая компактная биография Толстого. Мне захотелось написать сравнительно короткую биографию, она всего там 15 листов. Авторских, которые мог бы прочитать любой человек, даже ничего не знающий о Толстом, и понять, что это все-таки за человек был, что это была за личность и за фигура. Ну, кроме того, автобиографии Горького, которая в разных видах переиздавалась. В прошлом году она вышла в очень интересном оформлении. Мы работали с Андреем Бондаренко, это лучший, пожалуй, книжный художник в Москве. Сама биография давно-давно была написана, в 2005-м, ну, я перерабатывал, дополнял, актировал там, и так далее. И вот здесь стоит книга, которая мне очень дорога, хотя она как-то не, по-моему, ее не совсем поняли читатели, а главное читательницы. Это, скорее всего, книга для женщин, для девушек написана. Это книга о биографии одной из первых русских феминисток, которая не знала, что она феминистка. Тогда еще слова такого не было. Она погибла в 1902 году при очень загадочных обстоятельствах в Тироле, в горах. Ее нашли абсолютно голой на краю водопада с переломанными ногами. До этого месяц не могли найти, хотя она ушла всего на один в горы. Вот это, она из купеческой семьи, она была очень религиозна, потом закончила бестужевские курсы, потом поехала в Париж учиться в Сорбонне на юриста, и там влюбилась в своего психиатра. Удивительная какая-то вот такая русская судьба и очень, на мой взгляд, отражающая ситуацию того, что мы называем серебряным веком. Когда люди играли какую-то роль, вот они не могли просто нормально жить, они должны были... Вот она играла какую-то роль самой себя, но какой-то другой, выдуманный. Смерть у него такой. А после нее остался дневник, очень интересный, он переиздавался. И здесь очень интересный иллюстративный ряд. Я нашел ее архив Ленинской библиотеки. В общем, вот такая книга. Ну и фильм «История моего назначения», который я тоже всех приглашаю. Ну, мне грех, конечно, нельзя так говорить, но мне нравится этот фильм. Мне нравится вообще Авдотья Смирнова как режиссер. Мы с ней давно знакомы, еще с того момента, когда она меня пригласила в 2010 году в школу злословия, которую она с Татьяной Толстой вела, как раз по поводу этой книги, она тогда только вышла. И она, читая мою вторую книгу «Святой против Ивана», увидела там, прочитала там главку, очень короткую. Я даже хотел ее выбросить из этой книги, потому что она не связана с темой «Толстой церковь» непосредственно. Это история казни солдата-писаря Шабунина, который ударил по щеке офицера. И его в мирное время, 1866 год, тем не менее судили военно-полевым судом. Она такая вроде... И Толстой выступил его адвокатом. Причем адвокатом его попросил быть молодой офицер из роты, где служил этот солдат. Она была рота расквартирована... Это был московский пехотный полк, но расквартирован в Тульской губернии. Деревне. Григорий Колокольцев, он попросил Толстого быть адвокатом на этом суде, хотя военно-полевой суд, но тем не менее мог быть адвокатом. А по военно-полевому суду за пощечину офицера, вообще, если солдат ударил офицера, это смертная казнь. В мирное время 7 лет каторги, то есть это серьезно, то есть нарушение преступления. И Толстой проиграл этот процесс, потому что дальше голосовали трое офицеров, полковник, поручик и прапорщик. Полковник был за казнь, прапорщик оказался против, а поручик, который говорил Толстому, вдруг выступил тоже за казнь. И солдаты расстреляли. Вот она какая-то. Это такая... спойлер. Ну да, но она известна, эта история. Ну да, может быть, это спойлер. Да. То есть Павел Валерьевич рассказывает конец фильма, на который мы всех пригласили. Ну, потом он будет.
Этот фильм основан абсолютно на реальных событиях. Там все герои это реальные люди, но при этом там молодой Толстой сравнительно молодой. Ведь молодого Толстого не снимали. У нас все время Толстой это старик, седой, бородатый, с такими нависшими бровями, изрекающий какие-то, значит, окончательные истины. Хотя и поздний Толстой не был таким. Но он уже вот утвердился такой вот стереотип позднего Толстого в нашем сознании. И завтра он куда-то уйдет, босиком из Ясной Поляны в ночь. Хотя он не уходил, а уезжал, естественно, на коляске. А здесь Толстой 30-летний, то есть Толстой помещик, стяжатель, Толстой эксцентрический очень такой, такая фигура и так далее, и так далее. А с другой стороны, уже видно, как вот, что из этого человека там дальше получится. А можно вам один вопрос? Да. Я вам еще. Значит, я так думаю, общее вступление Павел Валерьевич сделал. И лишние люди, читатели-почитатели, во-первых, если будут у всех вопросы, все вопросы, надеюсь, мы получим ответы. Мне вопрос, Павел Валерьевич, по любимой книге многих людей. Софья Андреевна и Лев Николаевич прожили вместе 48 лет. Самый знаменитый, самый красивый, самый сильный, самый уязвимый, самый сумасшедший роман. В конце жизни он уходит от нее, ее считают сумасшедшей. И литературоведы и близкие делятся на две партии. Кто в этом семейном браке виноват? Вы на чьей стороне стоите? Софья Андреевна или Льва Николаевича? Знаете, не только литературоведы. Я, когда писал эту книгу, мне хотелось просто написать про уход Толстого. Меня очень волновала эта история. Я давно очень дружу с Ясной Поляной, люблю это место, знаю его очень хорошо. Меня волновал просто вот этот сюжет. Великий писатель, знаменитый на весь мир, 82 года, ночью фактически, тайно уезжает от жены. И бежит явно от нее, и умирает на этой станции. Но когда я это писал, совершенно не понимал, куда я влезаю. Потому что тема Толстой и Софья, да, это, например, тема сегодня очень серьезных таких феминистских конференций в мире. Вот про Толстой или про Софью? Вот, значит, за Толстого или за Софью? Женщина на стороне Софьи Андреевны, естественно. Ну да. Но это очень сложный вопрос, вы знаете, и... Я уже написал эту книгу, и уже она там известна стала, но я каждый год открываю что-то новое в этой истории. Она мне очень трудно расставить точки над «и». Я ни за кого в данном случае, потому что это семейная история, не наше дело в нее влезать. А чем кормить? 13 детей, 8 живы, чем кормить? Он все завещает с Чертковым, она же думала, она жила. Ну да. Да. Здесь, ну, конечно, так, строго говоря, это то, что называется конфликт интересов, да, столкновение, с одной стороны, женщины, у которой семья, у которой дети, и писателя и философа, который считает, что жить богато нельзя, что нужно все раздать, то есть идеалисты такого. Ей надо поставить 8 детей на ноги, обеспечить им жизнь. Надо... То есть она 13 да. родила. Да, 13 родила, да. И вдруг Чертков и просыпается муж утром и говорит, ты знаешь, мне гонорары не нужны, пусть каждый живет как хочет. Ну и что на месте Софьи Андреевны делать? Она бежит в пруд топиться при этом великом, гениальном, сумасшедшем муже. Да, в том-то и дело, что правота была у нее своя, у него была своя. Но больше того, они находили, всю жизнь они находили компромисс. Я, в общем, показываю это в книге. И до последнего момента. Но с вопросом о завещании тут случилось, это была трагедия. Это просто была семейная трагедия. Нужно понять, что это было безумие. Вот другим словом это не назовешь. Это было безумие. И со стороны Софьи Андреевны, и со стороны Черткова, и со стороны детей, и Саши, главным образом, младшей дочери, великой тоже по-своему Александра Львовна, которая там 95 лет прожила, там Толстовский фонд в Америке создала. Когда вот все сошлось, а Толстой оказался вот между людьми, которые зависели от него и от того, что будет после его смерти. Они положили на него жизнь. Софья Андреевна положила на него жизнь, но и Чертков положил на него жизнь. Вот, Чертков был князь, Чертков был богатый человек. Он единственный сын очень богатой аристократической фамилии. Он был богаче Толстого. Скажите нам, кто такой Чертков?
Чертков из Владимир Григорьевич Чертков из семьи Чертковых. Его мать была очень важной персоной при дворе. Секретарем стал при Толстом? Нет, посетил, это не нет? секретарь. Он, может быть, и хотел бы стать секретарем, в том числе. Он был его учеником и главным толстовцем. То есть, если говорить о толстовцах, как о неком все-таки движении, или даже там о секте, то не Толстой был ее руководителем. Толстой был для них идол и бог. Там Будда, Христос, они его так воспринимали. Вот новый Будда, Христос, Магомед. А Чертков был лидер толстовцев. Он, собственно, как бы их объединял вокруг себя. И человек, который, надо отдать ему должное, который заложил основу вообще архива Толстого, банки еще. Там, Павел Валерьевич, я... Но он был человек не, да, неприятный, влезающий в семью. Я много раз слышала от вас ответ на этот вопрос, за что Толстого отлучили от церкви. Знаете ли вы сегодня уже окончательный ответ на этот вопрос? Ну, в общем... И каялась ли церковь за это? Нет, ну она не каялась, даже, я считаю, не должна каяться, потому что Толстой... Тут в чем драма, понимаете? Среди писателей 19 века самый верующий был Толстой. Самый верующий в Бога был Толстой, безусловно. Не Тургенев, не Чехов, там, не Бунин, я не знаю. Там, вот именно Толстой. Вот для него без Бога нет жизни. То есть, не веришь в Бога, ты не живешь. И вот его-то церковь и отлучает. Потому что его вера, она шла вразрез с тем, как понимала веру в Бога церковь. Поэтому он отрицал абсолютно церковь, отрицал все ее таинства и так далее. Поэтому за что, собственно говоря, церковь кается? Но когда и говорят, что его там вернуть нужно, ну, в этом нет смысла. Это сегодня это все-таки уже исторический факт, хотя любопытно, что он до сих пор горит. То есть вот он не остывает, эта проблема не остывает. И она, очевидно, связана с тем, что... Не все в церкви устраивает верующих людей. Верующих, но не все это устраивает церковь. И так далее, и так далее. Спасибо. Слово залу с удовольствием каждому из вас. Пожалуйста, Глор. Да. Горький, да. Провестники революции. Мы советской власти в Европу, провестники революции. Но они все-таки думали, видимо, что делать хорошего для народа. И, конечно, не то. Последователи, по мнению России, появился последователь Борис Николаевич Ельцин, который вот такой же дух непонятный, противоречивый. Родился в российской музыке, но, по-моему, в этом духе оно сегодня не находится. Ищет ответ. Потому что Ильин там еще пытался как-то построить в России. Но вот эти основы все-таки, видимо, Толстого, что делать в России? Он не нашел ответ, это борьба у него была внутренняя. И до сих пор она не решена. Рецепт будущего Толстого. Вот я извиняюсь. Хороший вопрос. Значит, усадьба Толстого. Как вы видите? Вот. Значит, вопрос, как видел будущее России и осуществилось ли это будущее в усадьбе Толстого в Ясной Поляне? Про Ельцина не знаю. Не стыкуются все-таки. Ну, Ельцин политик, правитель, скажем так. Россия на определенном этапе, очень сложном, может быть, одним из самых сложных 20 века. Вот. А Толстой и Горький, да, они были, безусловно, властителями дум. Больше того, это первые, собственно говоря, писатели в России, которые, вот, выражаясь современным языком, были медийными. То есть они не просто вот обсуждали их произведения, а следили за тем, как они живут, что они каждое их высказывание ловили и так далее, и так далее. Вот это сначала это был Толстой, а потом еще совсем, в общем-то, молодым писателем таким становится Горький. Вот. И
Но они очень разные. Они похожи, если Горький и Толстой похожи только масштабами личности. Это очень разные художники и очень разные мыслители. В чем-то совершенно противоположные. И надо сказать, что у Толстого Горькому, ну, Горький боготворил, конечно, Толстого, его все боготворили писатели-современники. Но даже если вы будете читать очерк Горького о Толстом, вы увидите постоянный спор с ним, постоянный спор с Толстым. Дело в том, что ну, Толстой был в основе все-таки учения, это непротивление злу. Причем это неправильно понимали, что это непротивление злу, значит, не надо бороться со злом. Говорит, я всю жизнь говорю, что нужно бороться со злом, только нельзя с ним бороться с силой и агрессией. Потому что это будет порождать, так сказать, новое зло. Вот. Для Толстого главное, вот тоже если сформулировать, что говорил Толстой? Он говорил, не пытайтесь изменить мир, не меняйте мир, меняйте себя и свое отношение к миру. И он тогда изменится. То есть это то, что называется самосовершенствование. Горький совершенно другой. Горький сторонник активного вторжения в мир, революционного вторжения в мир, преобразования не только социальной сферы, но и природы. Вот, то есть, условно говоря, вот если помните там поворот с 5 сибирских рек, если бы Горький должен, он был за поворот, конечно, поворачивать вообще нужно. И это разные, очень, очень разные фигуры. Что касается Ясной Поляны, то Ясная Поляна, понимаете, чем удивительно? Нигде в мире нет такого места, чтобы сохранилось такое количество материальных свидетельств жизни гения, мирового гения. В том виде, в том порядке, как они были при его жизни. Вот вы заходите в Ясно, так было при Толстом. Только электричество привели. Все, электричества при нем не было. А так все, вот эти вещи, этот дом, этот парк, даже этот сад. Могила, да, расскажи, это могила в лесу. Без ничего, да? Без поразительно. Холмик, да? Да, просто холмик на краю оврага, довольно мрачном таком, в общем, лесу. Вот. И это, конечно, поражает совершенно, потому что ты ходишь и понимаешь, что это вот место намолено этим человеком. Он, здесь, он же ходил все время, он же такой был ходок, в хорошем смысле этого слова. Он же каждый день там накручивал или пешком, или на лошади просто там десятки километров, даже последний день перед уходом. Он на лошади с Маковинским там проехал по оврагам. И вот это ощущение, конечно, там есть. Конечно. Вы больше, я даже вообще не знаю такого вот. Это все музей. Это уже музей усадьба. Но мы там купаемся в пруду вообще, едим яблоки. Вот, туда можно и зайти, не обязательно через эти там белые столбы. А если ты зайдешь, не будешь покупать билет, тебя никто не остановит. Иди ради бога. Нам всем нравится, когда толстые всего мира, это их человек 600, в августе собираются на пра-пра усадьбу дедушки и варят варенье. И потом это варенье усадьбы Толстого. Ну, не стало, их больше 350, они живут во всех странах. Ну, так оказалось после революции, что почти все потомки Толстого оказались в эмиграции. Просто не потому что, в силу того, что они были дворяне. Вот. И они живут везде, в Европе, в Америке, в Латинской Америке, в Африке. Там, и даже работают в администрации президента Российской Федерации. Что это отдельная история с русскими Толстыми, потому что их бы здесь не было, если бы их прадеды не вернулись сюда. Их деды, не прадеды, их деды не вернули бы сюда из югославской эмиграции. Это была целая история. Два внука Толстого после войны написали письмо Сталину с просьбой, чтобы им разрешили вернуться в СССР, в Россию. Сталин обсуждал это с Берией. Берия сказал, ну, есть такая легенда, или что Берия сказал, пусть вернутся, мы их посадим. А Сталин сказал, нет, пусть вернутся, мы их не посадим. Они вернулись и укоренились здесь. Вот. И, собственно, и вот Владимир Толстой, Петр Толстой, Фёкл Толстой известны. Это все потомки, это все от Ильи, от сына Толстого Ильи. Пожалуйста, вам, может, микрофон надо подавать. Да. Подавайте микрофон. Ближе к себе. Среди современных Толстого писателей, что он был самый любимый, да? И пару фамилий написали, что он интересует самый любимый. Ответить его знать.
Толстого и Достоевского. Нет, ну, Достоевский, безусловно. Тут дело в том, что вообще тема Толстой и Достоевский, да, как... Достоевского мы не берем в данном случае, конечно. И больше того, Достоевский еще, у Достоевского другое было отношение к церкви. Больше того, Достоевский умирает, когда Толстой приходит вот к этим своим идеям, религиозным и антицерковным одновременно. И тетушка Толстого, Александра Андреевна, которая была фрейлиной при дворе и дружила, ну, с Толстым она просто родственницей была, тетушкой, а с Достоевским она дружила. Она показала ему письма Толстого к ней, где он излагал эти идеи. И как она вспоминала, Достоевский буквально перед смертью читал и все время сказал: «Не то, не то». Вот. Просто вот Толстой и Достоевский, да, но Достоевского не отлучали от церкви, у него, в общем-то, вполне нормально. А Толстой вступил в конфликт, очень серьезный конфликт с церковью. И этот конфликт был серьезен тем, что Толстой стал уводить не только мирян, священники пошли за Толстым. Священников не все устраивало в том состоянии церкви, в каком она находилась перед революцией. Когда она была синодальной, она была, вы поймите, Россия до 17 года была религиозным государством. Как Иран вот сейчас. Выступать против церкви — это было уголовное преступление. За это ссылали в Сибирь. Толстого не трогали, потому что он был слишком знаменит. А толстовцев, как сказали, прессовали, знаете, так, что мало не покажется. Пожалуйста, вы вопросы передавайте другим микрофон. Второй вопрос, да? Вот вы рассказали про свою книжку, да? Не назвали эту «Побуденный бес», да, русский роман. Как возник замысел, да, как его писали? Потому что результат, то получился приключение, которое там написали, да? Вот, получше, чем в «Акуле». Поэтому чего вы стремились и что получили? Ну, вы знаете, я пишу главным образом документальную прозу, но всегда есть искушение, да, написать какой-то художественный роман там, и так далее. Но я не смог бы писать вот просто художественный роман. Ну, не знаю почему. Вот что-то меня останавливает, придумывать какого-то героя там, и так далее, и так далее. А жизнь, он сначала, этот роман назывался, так и назывался, «Русские романы. Жизнь и приключения Джона Половинкина». Потом я его сильно переделал, он выжил как «Полуденный бес. Жизнь и приключения Джона Половинкина». Это попытка соединить все жанры русского романа вместе. Там есть и авантюрные истории, и церковная история, и любовная история, и роман путешествия, роман воспитания, и вот наше русское ноу-хау, такой антинигилистический роман, «Бесы» Достоевского, ну, классика уже там, «Некуда» Лескова, «Взбаламученное море» Писемское, и этот жанр там есть. Мне интересно было вот поиграть, так сказать, в этом. Но в результате, когда я стал... Это была филологическая изначальная игра, но когда я стал писать, я увлекся этими героями, и себя туда как-то вложил, и каких-то своих знакомых людей, и реальных личностей. И, знаете, писать роман — удивительная вещь. Ты начинаешь жить в другом измерении. Ну, когда про Толстого пишешь, тоже в другом измерении живешь. Но когда вот художественный роман пишешь, ты живешь две жизни. Одну вот реальную, которую живешь, и вторую — вот это романное пространство. Это удивительно совершенно ощущение. Во сколько там действующих лиц было? 180 или сколько? Как не запутаться вообще? Да, я с героем переборщил. Там больше 100 персонажей. Вот. Просто меня как-то удивило, что, ну, читаешь Достоевского, да, романы. Сколько там героев? Там их много. Все же держал в голове. А современные писатели, они как-то 2-3 героя там из этого как-то роман делают. В романе много должно быть. Это мир целый. Пока наши уважаемые читатели готовятся к следующему вопросу, я хочу просто сказать, что у нас появилась такая мощная национальная забава, которая называется «Тотальный диктант». Ребята из Новосибирска придумали, эта идея уже, она пошла по всему миру, написать вместе диктант, народный диктант, тотальный диктант. И в этом году Павел Валерьевич Басинский избран как диктатор, да, основной диктатор. Хорошо, это слово «диктатор». Да, диктатор, кажется... тотальный, да. А немножко расскажите пару слов, что это будет. Да. Да, Беларусь его тоже пишут. Тотальный диктант. Вот это будет диктатор для всего мира. Удивительная акция, потому что, ну вот, в России две, пожалуй, два случая, когда из маленькой инициативы родилась какая-то невероятно масштабная в результате акция. Это «Бессмертный полк» и «Тотальный диктант». И обе в Сибири, кстати.
смертный полк в Кемерово сначала задумали. Кемерово? В Томске. В Томске, да, в Томске. А тотальный диктант Новосибирск. То есть 15 лет назад просто ребята, аспиранты, преподаватели из Новосибирского университета, там мощнейший университет совершенно, решили позабавиться. Вот, решили продиктовать, что они продиктуют диктант просто преподавателям и аспирантам Новосибирского университета и выставят им оценки как в школе. И там сначала человек 300 было, на следующий год там по 1000 стало участвовать, но все равно в Новосибирске. А потом вдруг это стало расти. И диктовали кусочки из Толстого, там, Гоголя. И вдруг это стало и приобрело какую-то невероятную популярность. В прошлом году почти 300 тысяч человек в этом участвовало, более чем в 70 странах мира. Вот. Я уверен, что в Беларуси он проходил. Диктант писали полярники, писали в Антарктиде, писали космонавты, писали подводники в Австралии, Африке там, и так далее. В этом году было три диктанта. В прошлом году это были тексты Гузельяхиной. А в этом году 4 мне пришлось писать, потому что он же как, он будет начинать диктоваться во Владивостоке, а дальше Сибирь и Урал, потом европейская часть России и все, что и Европа, и все, что вот на этой широте находится, это третья часть, а четвертая в Америке, и латинская в США, и в Канаде, потому что там вдруг как тоже огромный интерес. Это, конечно, пишут люди русскоязычные, либо люди, любящие русский язык, изучающие русский язык. Вот. И все больше и больше и больше людей участвуют. И столица тотального диктанта в этом году избран Таллин, да, и уже... Но это было народное голосование. В итоге министр иностранных дел Эстонии делает заявление «Рука Кремля». Ну, народ юстиция. Проголосовал, да? Министр юстиции. А, прошу прощения. Нет, там не совсем так. Сначала было онлайн-голосование, то есть за города. Вот. Там городов 20 участвовало в этом. И победили 5, максимальное количество финалисты, голосов, да? 5 финалисты были. Казань, Ростов-на-Дону, Вологда, Пенза и Таллин. Вот. Потому что в Таллине вот почему-то очень большой интерес был в прошлом году к этому диктату. Там 3000 человек писало, Таллин не такой большой город. На стадионе писали, там диктовал Харатьян, актер. Вот. А на другой площадке Сухоруков, актер. То есть там, в общем... И они, вот эти 5 городов, 2 февраля в Новосибирском университете, они устраивали свои презентации. Приехали их представители, и действительно, презентация Таллина была самой убедительной. Вот. Поэтому выбрали Таллин, но дальше, вот, видимо, эстонцы решили, что это неправильно, что Таллин будет столицей их русского языка. Вот. Хотя, на мой взгляд, это им бы по-другому, им бы наоборот сказать, что вы русские, своего города не смогли найти. Ну, приезжайте к нам, нашему, он действительно красивый, культурный, невероятно уютный. А вы поедете в Таллин? Вы из Таллина? Я обязан туда ехать, 13 апреля диктовать. Диктатор. Да. Спасибо, коллеги, друзья, вопросы Павлу Валерьевичу. А, очень интересно. Значит, я диктовал, мне еще 5-й пришлось сейчас писать, так называемый демо-диктант, который я диктовал вот в начале, сейчас, когда я был в Новосибирске, участникам конференции по русскому языку. Со всего мира, потому что там приехали, там 150 человек, это языковеды, филологи, учителя, я им диктовал. Значит, там было, от пятерок было 42%, а это, ну, это специалисты, и то меньше половины, на пятерке написали. А так вообще 2% только на пятерке пишут. Но это много, они достаточно сложные, эти диктанты. Вот, я писал, потом шла довольно... такая большая работа со специалистами из Новосибирского университета, из Института русского языка в Москве. Мы все это доводили до определенной, в общем, такой, чтобы было сложно. Там есть ловушки определенные, грамматические, синтаксические. Поэтому это нормально, 2%. Пожалуйста. По поводу тотального диктанта хотела спросить. Вот в прошлом году Гузельяхина книга были взяты отрывки из ее новой книги, да, «Дети мои». А вы говорите, что вы писали специально тексты. Вы не взяли из своих произведений? Нет, просто по условиям Спасибо. Тотального диктанта это должны быть оригинальные тексты. Но с Якиной там как получилось? У нее книга еще не вышла. Она только готовилась.
Вот. Ну и то не очень как бы организат, потому что мне прямо сразу сказали. Это абсолютно оригинальные тексты, я их специально писал. Больше того, мы, в общем, уже обнародовали, о чем будут эти тексты. Это такая Ольга Рябковец, которая главный организатор этого диктанта, она у нас в Высоком университете работает. И мы, когда с ней встретились, вот она предложила мне быть автором, мы сразу с ней говорили, что это будет написано в детективном ключе, и все четыре части связаны между собой. А дальше я уже стал думать, и я решил взять такие хрестоматийно известные сюжеты русской литературы, ну всем известные, кто знаком с русской литературой, даже со школьной скамьи еще, и рассмотреть их в неком таком расследовательском, что ли, ключе. Первая часть — это будет «Моцарт и Сальери» Пушкина, вторая — «Мертвые души» Гоголя, третья — на дне Горького, а четвертая будет Лев Толстой, но не произведение, а его история с зеленой палочкой, которую якобы его старший брат Николенька закопал в лесу Ясной Поляны, написав на ней рецепт человеческого счастья. Вот я там расследую, что там за рецепт, и имейте в виду, что 207 слов плюс-минус, это очень короткие тексты. Но там законченные сюжеты, и они связаны между собой. Я сейчас не буду говорить как, но связаны. Спасибо. Пожалуйста. Нам сегодня... Памятник Николаю Толстому. Внизу, будем так говорить, буквы, будем потеряны. Сегодня состояние памятника. Знаешь, я, честно говоря, даже не знаю. Сейчас позвоним, спросим. Да, я вот странное дело, я не очень хорошо знаю Тулу. Я все время через нее проезжаю. Вот, у меня там друзья даже какие-то живут, но я живу возле Ясной Поляны, там есть такая гостиница. И поэтому починят, ремонтируют. Если счастье не расскажете, нет. Нет. Он будет там. Он там будет. Нам сегодня крайне везет. Крайне везет на людей, которые имеют отношение к «Тотальному диктанту», потому что для вас не секрет. Следующая встреча у нас будет еще с одним, мне кажется, из серьезнейших, достойнейших писателей России. Он тоже был диктатором, но да, это будет после 16-го года. Позапрошлого года. Нет, 2015-го. Да, 2015-го. Вы знаете, мне очень не хочется отпускать Павла Валерьевича. Я честно скажу, я имею счастье, честь ходить на планерки. Сегодня в отечественной, я имею в виду в российской журналистике, происходит драма с отделами культуры. У нас не остается людей, которые пишут о состоянии современной культуры. Значит, российская газета имеет отдел культуры, где 9 человек. На планерку утром приходит. Такого нет нигде. Потому что все стали «Светская хроника», «Стиль жизни», чтобы сохраняли профессиональный. И когда иногда на планерке я вижу, сидит Лев Данилкин, лауреат большой книги, который написал о Ленине, сидит Павел Басинский, сидит Игорь Верабов, который все режиссеры сделал, Вознесенского сейчас пишет Тургенева, я думаю, же, какое счастье. И я не скрою быть коллегой, Павел Валерьевич, ходить каждый день с вами на работу. Да нет, ну у нас и в других отделах, и Долгополов, и Макарычев, которые тоже здесь. Значит, мы приехали очень большим десантом. Завтра Николай Михайлович Долгополов представляет линии разведки, а Максим Макарычев в серии ЖЗЛ, он все эти три дня работает с Александром Николаевичем Мальцевым, с книгой «Харламов». Да, у нас такой большой, хороший десант. Ну, вообще, это большая традиция, ведь писатели в газете, и писатели начинали, некоторые как журналисты, потом становились писателями. И писатели, вот особенно в конце 19-го, начало 20 века, не все были связаны с газетами. Горький, и Бунин, может быть, в меньшей степени, он тоже печатался, Леонид Андреев, Куприн, конечно, вот, и Алексей Толстой. Все, газета была... Знаете, вот я... Вот я вот о чем хочу, если мы коснулись газеты. У меня вот в последнее время, мы же еще там 15-20 лет назад там говорили газетчики, там четвертая власть, там желтая пресса, что они там пишут и так далее. И вдруг вот мы сейчас видим, что вот культура бумажной газеты, может быть, даже у меня как в какой-то момент возникло ощущение, что в прошлое даже вот уходит, потому что сейчас вроде как все на сайты уходит, да? Но вот я сейчас просто, с некоторым запозданием смотрю такой очень модный сериал прошел «Шерлок».
BBC сериал по Конан Дойлю, только современный. Это современный Лондон, очень интересный. И я его смотрю, и там Ватсон, доктор Ватсон, он тоже пишет о Шерлоке Холмсе, но он блогер. То есть он пишет в блогах и становится страшно популярен, и Шерлок Холмс благодаря ему становится страшно популярен через интернет. Но настоящее признание, вот эта вильность фильма, приходит, когда о нем начинают писать в бумажных газетах, в «Таймс» и так далее, и так далее. Вот когда вот на первых полосах газет появляется этот Ватсон и Шерлок Холмс, вот это пик признания, потому что это статус, блогеров много, в том числе и популярных блогеров. Поэтому не надо, вот я понял, что не надо спешить хранить бумажные газеты. Это мы, вы знаете, мы сегодня бежим впереди паровоза. Вот. У них там все нормально с бумажными газетами. Спасибо. Друзья мои, есть ли еще вопросы к Павлу Валерьевичу? Да, конечно. Переводы Толстого. Да, переводы Толстого именно, да. Что вы можете на этот счет сказать? Вот здесь вот основной конфликт, и вообще вы знакомы? Ну, я сейчас расскажу, да. У меня вот... Мне просто интересно. Святой против... Да. Книги «Святой Протифей», я подробно рассказываю про эту историю. Нет, я уж точно не посоветую читать Евангелие в переводах Толстого. Читайте в синодальном переводе, это надежнее. Перевод Толстого – это не просто перевод, это перевод и толкование одновременно четырех Евангелий. Плюс он сделал сначала полную версию, а потом еще сокращенно в расчете на то, что это дети смогут читать. То есть как такой детский адаптированный вариант. В чем там суть? Эта книга интересна только с точки зрения понимания того, как Толстой понимал религию. Как он понимал, он считал себя христианином, но не церковным. И читать это крайне интересно, особенно толкование, но это вызывает странное ощущение, потому что он ведь отрицает, Толстой, все чудеса. Все чудеса, которые происходят в Евангелии, он абсолютно отрицает. А к чудесам относятся непорочное зачатие, таинство воскресения и так далее, и многое другое. Разговор с дьяволом в пустыне – это абсолютно чудо. Да? Толстой этого не принимал, этого не было. С его точки зрения. И вот и он сам потом говорил, что он на самом деле потом достаточно критически относился к этому, к своей попытке перевести Евангелие. Вот так. Но он увлекся, что называется. Но он специально для этого выучил, не специально до этого еще выучил греческий язык и, значит, с греческого оригинала вот это все делал и толковал. Но там получается странно. Вот Игорь Волгин, Достоевского вет, он очень точно сказал, что, изгнав чудеса из Евангелия, Толстой лишил эту книгу поэзии. Там, правда, нет вот этого... Ну, например... Магии какой-то. И, знаете, да, и разговор Христа с дьяволом в пустыне, я его могу себе представить. Но Толстой, поскольку он дьявола отрицает, дьявола нет. А Христос просто человек, просто учитель, он не Бог, с точки зрения Толстого. Тогда с кем он разговаривает в пустыне? С видением, это фантазм. Он разговаривает с собственной плотью, которая бунтует и что-то... Ну, плоть не может предложить тебе сброситься там вниз и воспарить по воздуху. И начинаются натяжки какие-то. Но при этом там есть очень интересная вещь. Это очень сложная книга. Ее нужно читать осторожно и с пониманием того взглядов Толстого. Иначе вас многое просто не удивит в этой книге. Это целый том собрания сочинений, 90 томов Толстого. Павел Иванович, вы что, все 90 томов Толстого прочитали? Нет, конечно, что вы. Нет, не прочитала все 90, я не... Да и вообще, понимаете, я ведь не... Эти книги, это не разбор произведения Толстого, это биография его. Вот, я, конечно, очень много чего Толстого читал. У него 13 томов дневников еще. Плюс к 90. Нет, в этих же, да. А сколько писем? Он Чиркову 4 тома писем написал, жене 2 тома. Анатолий Иванович, вы хотите вопрос задать?
пока. Пожалуйста. Вы знаете, какая счастливая аудитория, просто расставаться невозможно. Русский букет, да, который состоял в 2018 году, в то же время, надеюсь, очень много писателей, ведь это ужасно, что ее нет, что люди, которые многие узнали через русский букет, прекрасно это начинали, в том числе, вы знаете, они его знают, и как будет дальше развиться с русским. Ну, я объясню, да. Русский букер была первая, собственно говоря, такая, как-то независимая, да, премия, то есть не государственная премия. Ну, первая вообще Андрея Белого была питерская, но она там, у них там 1 рубль, что ли, это такая питерская игра. Да, яблоко, ну да. А это была серьезная премия, но с другой стороны, эта премия была такой веточкой английского букера. Потому что букер — главная английская премия литературная, вообще в англоязычном мире. Но тем не менее, она, конечно, у нее огромный был авторитет у русского букера, и он давался. В прошлом году они несколько раз меняли спонсора. Это же частные премии, они не оплачиваются государством. И спонсоры менялись. Сначала был там компания Смирнов, потом «Полноокрытая Россия» это Горковского, потом еще кто-то еще. А в прошлом году они просто не нашли спонсора. Возможно, в будущем найдут, и тогда она снова возродится, эта премия. Ну, Россия так богата на огромное количество премий, они настолько... Ну, крупных не так много, все равно. Вот таких, ну, большая книга, «Ясная Букер», поляна. «Ясная поляна», а мне, национальный премия, бестселлер. А «Дельвига» была премия очень большая. Ну, она, недолго просуществовала. «Дельвига», «Золотой Дельвиг», при литературной газете. Да. Вот. Просто литературная газета сама сейчас не в лучшем состоянии. Ясная поляна. Кто? Здесь Максим Запшев. Сейчас Максим Юрий Поляков, сейчас уже там Максим Запшев. Уже дело здесь. Даже не в редакторах. Просто у них нет здания, у них нет финансирования, у них нет сейчас ничего. Она, может быть, как раз Максим Запшев, он ее еще сохраняет, эту газету. Она может вообще просто погибнуть, исчезнуть, как таковая. Он все-таки ее сохраняет, а дальше, может быть, она какое-то новое дыхание приобретет. Хотя трудно сказать. А кто вообще так вот из старых газет, вот смотрите, где... Ну да. Но это отчасти ее погубило, потому что ей очень трудно было реформироваться. Слишком она была уже такие традиции, что в результате, в общем, времена новые наступили. Вы знаете, там раздаются аплодисменты. Я так думаю, давайте поблагодарим Павла Валерьевича. Спасибо вам огромное. Внимание, вопросы. У нас скоро еще одно свидание с таким же замечательным коллегой, писателем. Павел Валерьевич, спасибо вам огромное. Да. Ну, давайте у нас здесь интересно. Первое, что вы написали по сон, да? Только у меня русский нет. Кому? Ан-Мари. Ан-Мари. Ан с одним Н или с двумя? Как хотите. Нет, как скажете. Ну, вам с двумя, да? Да. Ан-Мари. Через точку Ан-Мари. А это что за книга? Можно? Это «Водолазка», но он сейчас будет выступать. Вы подождите, Ан-Мари без фамилии, да? Просто ну, Ан-Мари. Напишите «Володос». Да, ну, я напишу «Ан-Мари». Здесь уже больше нет такой книги, да? Нет, в детстве.